Первый и 45-й детский сад планируется объединить. По словам специалистов, здания дошкольных учреждений построены более 80 лет назад и ни разу капитально не ремонтировались. Мэр Магадана Юрий Гришан посетил объект для оценки предстоящей реконструкции. Работа предстоит очень сложная. Надо сначала провести обследование. Сейчас мы договорились о том, что формируем задание на обследование и подбираем подрядчика, заключаем контракт. Далее делаем проектно-сметную документацию и вступаем. Я думаю, что в течение не менее чем 2 лет будет вести здесь работу. Это достаточно сложный объект. Вот, порой проще построить новый, чем отреставрировать старый объект. Важная задача строителей – сохранить исторический облик строений и сохранить все архитектурные исполнения в виде фресок и фронтон. На реконструкцию 2 зданий потребуется около 80 миллионов рублей. В настоящее время учреждения дошкольного образования номер 1 и 45 продолжат работать в полном режиме до конца февраля. 1 марта 138 детей от 3 до 7 лет переведут в новый 5-й детский сад.